будет до 65 килограмм. Сергей Рудню, первый голос, 1967 года рождения. Он военнослужащий из Хабаровска. Является одним из сильнейших гиревиков России. В этом году стал чемпионом европейской части России. Лучшее достижение в толчке 81 подъем. Тренируется под руководством Евгения Лопатина. Там на первом помосте, да, вывернутый слишком. А пятый помост? Да пятый там вообще. А вот первый тоже, смотрите. Да первый, вот, лучше всего делает. Ну, слушай, ну, мастер. Третий помост и четвертый. Смотри, как, на первом как держит? Вообще, хреново. Ну, он очень, он выносит очень. Он выносит, но технику-то подправить. Наверное, там, ну, мне его, кажется, я и то лучше стоял. У него предплечье есть такое здоровое. Это, наверное, я и то лучше стоял, да? У него предплечье очень здоровое. Поэтому куда оно не забито постоянно. Мой третий красавец. И вновь свой призер мастер спорта международного класса из Хабаровска. Украя Сергей Рудник, 99 подъемов. Извините, у вас парень все. Бронзовым призером стал мастер спорта международного класса из Кемеровской